Работай, работай. Работай, не отвлекайся. Работаем. Наталья Анатольевна, можете нашу скрипочку проверить? Присоединяйся. Присоединяйся. Аккуратно, сынок. Thank you.
Пусти, говорит мама. Крепачи идут. Thank you.
там у нас... А, мы точно так. Так. Это после, а потом я. В гараж заехали. Что ты позируешь, подам? Причесочку делаете, да? Молодец. Thank you.
куколки прям вообще. Еще разочек. О, а я же их на засни. Да. На сцене оркестр русских народных инструментов имени Евгения Тришина Калужской областной филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер Лаврентьев. Оркестр и нашу школу связывает большая творческая дружба. Благодаря областному детскому проекту «Большой оркестр для маленьких солистов», где прославленный коллектив выступает в необычной роли, является аккомпаниатором для маленьких музыкантов. Во всех уголках Калужской области преподаватели детских школ искусств учат детей знать и любить русскую музыку, воспитывают на лучших образцах отечественной и зарубежной музыкальной культуры. Самый-самый первый концерт с оркестром состоялся в 2017 году с ребятами нашей школы. Были еще сказки с оркестром, а в сегодняшнем концерте, третьем по счету, принимает участие рекордное количество детей. Диана с оркестром «Соль-мажор». Солистка Ольга Тухмакова, лауреат областных и международных конкурсов, обладатель стипендии «Лучики надежды» главы администрации Малорославецкого района, преподаватель Эльвира Валерьевна Ноздрина. Встречайте! Thank you.
Пьесу «Шалуни» Петра Ильича Чайковского исполнит еще одна талантливая ученица Эльвиры Валерьевны, победитель многих творческих конкурсов. Встречайте! Выступает Акулина Чернуцкая. Встречайте! Сейчас дебют самой маленькой солистки нашего проекта. Выступает Мариночка Сухенко. Беркович. Второй концерт для фортепиано с оркестром «До мажор». Первая часть. Преподаватель Лариса Николаевна Ильинцева. Thank you.
Концерту, но главный дирижер поверил в такую талантливую и трудолюбивую девочку. Не уходи, Марина, от нас. И вот такой успешный дебют. Ваши аплодисменты. Молодец. Аренский. Фантазия на тему Рябинина. Исполняет лауреат областных конкурсов. Обладатель стипендии «Лучики надежды» Дарья Зеленева. Преподаватель Нина Петровна Русина. Встречайте. Thank you.
Дашенька, тебе аплодисменты, пожалуйста, еще раз зрителям. Какая молодец, как вдохновенно и профессионально исполнено такое сложное произведение. Это произведение играется студентами уже колледжа музыкальных. Даша, молодец, поздравляем. Еще раз океан аплодисментов. Наталья Анатольевна Максаковой, скажу по секрету, что все эти ребята обожают свой музыкальный инструмент, скрипку. И, конечно же, мечтали играть с таким прославленным коллективом. Мечты сбываются. Итак, на сцене выступает ансамбль скрипачей «Аллегретто» в составе Елизавета Борисова, Саша Сенников, Настя Овчаренко, Михаил Стёрокина, Диана Мальчук, Наталья Бойко, Руфина Крыцко, Вика Павлюк, Егор Кочевников, Андрей Жильцов, Гузель Жамалова, Ирина Тихонова, Маргарита Аракелова. Неаполитанская народная песня «Санта Лючия». Море любви и аплодисментов заслужили наши юные скрипачи.
Пожелаем им и преподавателю больших творческих успехов. Аплодисменты. Провожаем наших Ковского. Такой хороший дед. Сейчас микрофончики поставим всем. Вот, у нас сегодня Алексей Николаевич работает и с оркестром, и с микрофонами. Два микрофончика. Thank you.